Свердловскую область пришли снегопады. По прогнозам синоптиков, снежный покров в центральной части региона может достичь 8 сантиметров. Дороги Среднего Урала с раннего утра расчищают 159 уборочных машин. В круглосуточном режиме запланирована работа и у первоуральских специалистов. Первоочередная задача по всем улицам – это сделать рассыпку противоугловленного реагента и оперативно его смести с проезжей части. То есть это касается обработки как проезжей части, так и тротуаров и пешеходных зон. Значит, в настоящее время у нас работает 15 единиц техники и порядка 15 человек дорожных рабочих. В Первоуральске уже выпало более 5 сантиметров снега. На дорогах городского округа работают комбинированные дорожные машины и автогрейдеры. При необходимости привлекут дополнительную технику. К очистке центральных улиц с наиболее плотным движением специалисты приступят ночью, чтобы не мешать движению автомобилей. Напомню, на зимний режим работы дорожники перешли еще в октябре. Будут ли специалисты продолжать работу в круглосуточном режиме, зависит от погодных условий. Оставить обращение по уборке снега на городских дорогах, лестницах, тротуарах, а также в частном секторе можно по номеру телефона или в сообществе ПО ЖКХ во ВКонтакте.